Выборы в Приднестровье и Румынии стали событиями, которые нуждаются в детальном анализе и оценке. И там верх одержала оппозиция. А это значит, что возможны перемены. Будут ли они к лучшему, прежде всего, для официального Кишинева? Вопрос, который волнует многих. На него отвечают по-разному, зачастую в зависимости от собственных политических и геополитических предпочтений. И тем не менее, разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. И я с удовольствием представляю моих сегодняшних гостей. Это Юрий Рожко, политик-журналист. Добрый вечер. Здравствуйте. И глава бюро ТАСС в Республике Молдова, журналист Валерий Демидецкий. Здравствуйте. Добрый вечер. Начнем давайте с Приднестровья. Итак, с первого тура выиграл господин Красносельский. Многие гадали, будет два тура, один. Вот с первого тура, с разгромным результатом. Да? Вот как вы полагаете, каковы составляющие его победы? Почему ему удалось это сделать, господин Рожко? Ну, я месяца два назад был в Москве на Ассамблее Русского мира и впервые увидел этого человека. Я послушал его речь, не совсем, конечно, с тем, он сказал, что согласен, но это очень, мне показалось, что это очень яркий, характерный политик. Очень хороший оратор, очень четко и внятно выражает свою позицию. И с одной стороны, с другой стороны, и в Приднестровье, как и в этой части Республики Молдова, достаточно экономических и социальных проблем. Люди хотят перемен, и поэтому связывает свои надежды с новыми лидерами, хотя он до сих пор был председателем Верховного Совета. Я думаю, что и с этим тоже связано. Видимо, может, Шевчуку не все удалось, а может быть, так карта легла, что не очень там хорошо пошли дела. Может, какие-то еще другие разборки. Но вы заметите, что тенденция вообще-то во многих странах и регионах такова. Смена после первого мандата руководителей первого там ранга, скажем так, или правящих партий. Это, я думаю, что это здорово. Если я правильно поняла, во главу успеха ставится то, что это была... Ну, не как у нас геополитика, да, у них все было совершенно четко. Ну там все заодно, то есть. Да, понятно. Вектор один. То есть, и у них во главу угла были поставлены именно социально-экономические проблемы. И господин Красносельский, как человек, который не был до сих пор, да, у власти, то есть не решал конкретные проблемы. Потому что спикер это не премьер. Конечно, это коллегиальное все-таки. Ему легко было... Институт власти, парламент, да, он может руководить заседаниями, он не является там человеком, который рулит исполнительной власти напрямую, поэтому так, понятно. Он пообещал решение этих проблем, потому что люди помнили урезание пенсии, да, при господине Шевчуке, пенсии и зарплат, по-моему, даже бюджетникам. Поэтому вот, я правильно понимаю. Спасибо. Господин Демидецкий, вы как? Составляющие тут успеха? Есть и субъективные, и объективные причины. Я бы сказал больше, что Шевчук проиграл, а не столько Красносельский выиграл. По той простой причине, что Шевчук, в дополнение к тому, что у него был сложный период, да, связанный именно с украинским кризисом, обвал региональной торговли, а Приднестровье очень сильно завязано на Украину. Вот, и, скажем так, то, о чем мы сегодня очень много кричим, мы живем в стране мифов, которые мы сами придумали и сами подпитываем. Ну, допустим, миф о приднестровской контрабанде. Когда говорят, что мне говорят, что Приднестровье занимается контрабандой, я подвожу как ученика к карте и говорю, вот здесь граница Молдавии, здесь граница Украины, с кем они занимаются, да? Вот. Очень простой такой ответ, да? Значит, они называются или с нами, или с теми. Вот. И у нас вот там был этот обвал, и как бы вот эта украинская составляющая очень сильно рухнула. И по той причине, значит, у них наступил кризис в основном. Ну и, конечно, еще отдаленность России, как бы, от которой они больше получали тоже какую-то помощь. Вот. И эти все проблемы, значит, они легли на него, это как бы был объективный фактор. Субъективный фактор – неправильное управленческое решение. Первое, вот то, о чем вы говорили. Вы знаете, есть такая человеческая психология, что ты можешь платить человеку маленькую зарплату и давать должен ему каждый месяц. Но, боже тебе упаси, эту зарплату один раз снизить. Хоть на копеечку. Да, хоть на копеечку. Шевчук допустил ошибку. Он мог бы посоветоваться с Смирновым, да, который всегда стабильно платил эту зарплату. Люди были довольны, они знали, что у нас низкие коммунальные, в отличие от нас, в правом берегу, у нас есть зарплата, и они как бы непоколебимы. Да? Вот они говорят, нам как бы ничего не надо. Да? Угу. Вот. Но Шевчук им сначала поднял эту зарплату, а потом сказал, ребята, я вам урезаю ее, а потом снова поднял. Да? Но уже осадок этот остался. Ах, он у нас забрал вот это, что у нас было. Да? Еще есть такой миф, понимаете, который мы подпитываем тоже.
о том, что люди с правого и левого берега хотят объединиться. Если бы они хотели бы объединиться, им бы не помешало бы ни 500 российских миротворцев, ни даже две армии. Они бы всех утопили в Днестре и объединились. Но есть проблема. Они там нас опасаются, и у нас здесь тоже есть, и у них, и у нас вырос класс людей, которые как бы жируют на этой приднестровской проблеме. Понимаете, то есть она им нужна. Как фактор. Вот здесь кто-то получает гранты за то, что говорит, что там 14-я армия мифическая. Там говорят... То есть никто не хочет... Вот наглядная, Юрий меня, наверное, поддержит. Наглядная была конференция, на которую позвали только вот этих ребят, которые получают гранты, Кио Вадис, да? Где они все кричали, даже запугали бедного Тапиолу. И даже Канду испугался, когда он увидел это. Он пошел, сказал, знаете, что вот там со мной в Европе говорили, надо размораживать конфликт. Вот Шевчук на эту систему попался, понимаете? И второй момент, конечно, это неправильные управленческие решения, вот, которые привели его к такой ситуации. Наверное, кто-то его убедил, что можно сделать все это дело на телевидении, на телеканалах, на каких-то там таких экшенах и так далее, но, как видите, ничего не получилось. Многие ожидали, что будет второй тур, но думали, что вот растащат голоса каким-то образом, но, как видите, все случилось в первом туре. Машина сработала. И теперь как бы Приднестровье ждут большие перемены. Насколько я знаю, там у них сегодня в штабе проигравших большое уныние. В штабе победителей у них тоже большая проблема есть. Почему? Потому что, вы знаете, у Шевчука была последняя надежда. Надежда эта была связана с бюрократическим аппаратом. Вот почему я говорил об этой плесени, которая растет, знаете, на этом противостоянии. Да? Вот бюрократический аппарат, когда узнал, что к власти может прийти шериф, монополия, а вы знаете, частные компании не любят, в отличие от государства, держать лишних людей. Они оптимизируют аппарат, будут многих сокращать. И вот эти вся бюрократия, которые вот и силовые структуры и так далее, очень многие, которые паразитируют на этом, они испугались этого и начали толкать Шевчука на выборы. Отец родной, защити, идет монополия. Но сейчас у этой монополии тоже сложная ситуация. Она приходит, она должна, во-первых, оптимизировать, во-вторых, тех времен, которые уже были, не будет. Через 3 года труба пойдет в Турцию, да, транзит через Украину будет сокращаться. И вот этих возможностей содержать просто там людей просто так не будет. Поэтому нужно что-то менять. И Россия им говорит, что, ребята, вы должны меняться, да, вот что вы должны что-то делать. И я думаю, что сегодня есть такая мировая конъюнктура, Юрий очень здорово подметил, о том, что, вы знаете, вот я вижу в сетях, очень часто говорят о том, что, вы знаете, там, победа Путина, Россия побеждает. Да не Россия побеждает, не может Россия купить выборы в Болгарии, Румынии и так далее. Тенденция уходит. Я благодарю, да, за то, понимаете? Что такой был подробный ответ. Я от себя могу добавить, да. Господин Рожко здесь, наверное, скажет, что он об этом непременно был в курсе, потому что если... говорить вот о тех составляющих проигрыша Шевчука, то многие вспоминают его вовлеченность в ситуацию с продажей электроэнергии, выработанной на Молдгрэс. Возможно, да? Это фактор. Ну и, конечно же, деньги за газ. Вот. Ну почему, Валера, ты киваешь головой? Многие говорили о том, что именно есть странные договоренности между руководством Молдовы, да, и руководством Приднестровья. Вот как да бы... они всегда были. Ну вот. Так, бизнес почему двух берегов тогда... Днестра великолепно всегда жил и сотрудничал. Даже во время войны бензин продавали, сахар и так далее. Люди воевали, да? В это время люди нормально торговали. Хорошо. Юрий, чего вот самому Приднестровью ждать вот от этой победы? Потому что ожидания, я так понимаю, что там тоже велики. Ну, смотрите, да. Да. Если можно, вот уже Валерий подчеркнул тот факт, что Украина, мягко выражаясь, не является дружелюбной страной для России и для Приднестровского региона включительно. И поэтому я думаю, что новый президент, новые власти должны думать о том, а как обустроить им жизнь в новых условиях, как найти какие-нибудь новые шаги договоренности с Республикой Молдова, с центральными властями Республики Молдова. Я думаю, что это нужно двигать. Я надеюсь, что они тоже устали от этой вот и пропаганды, и разобщенности и так далее. Я уверен, что это нельзя решить скоропостижно за неделю или там даже за год. Но я предполагаю, что вот новый глава администрации этого региона и новый президент Республики Молдова, возможно, начнут более конструктивный, позитивный диалог, хотя бы для того, чтобы снять напряжение в обществе с одной стороны и с другой стороны Днестра. То есть, чтобы было понятно, что и тот, и другой руководитель, они движимы какими-то чистыми помыслами, государственными какими-то мотивами, а не... там, черным бизнесом и так далее. Я очень рассчитываю на это, что будут изменения, потому что действительно
Скорее всего, в Украине эта власть закрепилась, если даже идут эти ребята, которые сейчас рулят, могут прийти более радикальные, а не менее радикальные. Поэтому с этой точки зрения, ну, Приднестровскому региону просто нужно экономически выживать. И в этом случае, конечно, им легче договариваться с Кишиневым. По любым вопросам, по экономическим, по любым, по правовым, по правоохранительным, по любым вопросам нужно договориться с Кишиневым. Да и нынешний альянс, какой он ни на есть, может, немного идей и немного там инициатив, но я не думаю, что они будут противиться какому-нибудь сближению между Тирасполем и Кишиневым. Даже наоборот. Господин Цвятков, известный, да, значит, политолог, аналитик, когда его спросили, что следует ждать после выборов, он сказал так, что никаких особых изменений в социально-экономической жизни Приднестровья в ближайшее время просто не предвидится. Их экономика очень сильно зависима. Да, зависимо прежде всего от дотации России. Ну, цепочку можно эту продолжать. Вы согласны с ним или нет, Валерий? Нет, я не согласен с ним. Я согласен больше с Юрием. Знаете почему? Сегодня ТАСС опубликовал большое интервью с Дадоном, где он сказал, он там говорит о том, как он видит формулу Приднестровского урегулирования. Он говорит о том, что решение должно быть принято в интересах людей с двух берегов Днестра. Угу. Понимаете? А да. Не геополитики. Почему? Потому что сегодня складывается ситуация, когда, да, геополитика остается геополитикой, да, но если мы сегодня будем ждать и сидеть, что вот кто-то нам придет и решит эти проблемы, это не так. Об этом, кстати, сказал и Тапиола на этой встрече с политологами, да, вот, о том, что надо действовать, надо работать. И это действительно Юрий прав, стопроцентно, что, вы знаете, Приднестровье не сможет дальше так жить, как вот, как, то есть время, период прошел, да, вот. И в мире наступают изменения, и нужно что-то делать. Там к власти пришли деловые люди. Это не изменение. Да. Угу. Это деловые люди. А деловые люди умеют считать, умеют работать и так далее. Не забывайте, что бизнес шерифа во многом очень сильно завязан на Европейский Союз. Эти предприятия, которые работают сегодня с Европейским Союзом. И, кстати, зарегистрированы в Кишиневе. Да, зарегистрированы официально. В Кишиневе и так далее, и так далее. Да? Поэтому, вы знаете, они сегодня для того, чтобы выжить, да, им нужно вот это вот то, что предлагает Игорь Дадон. Трехсторонний механизм урегулирования ситуации. Россия, Евросоюз, Молдова. Да? То есть мы должны сегодня попытаться здесь, если мы хотим выжить как государство, и Приднестровье, и Молдова вместе, мы должны думать, как нам жить дальше вместе. Понимаете? Как нам наши дела решить здесь. Если мы будем ждать, что это сделает для нас, за нас большие дяди, вот, тогда нас эти большие дяди могут растащить и, так сказать, завести в нехорошую ситуацию. Я думаю, многие согласны, вот слушая тебя, да, с твоими рассуждениями, но здесь ключевые слова «мы должны». Потому что ты сейчас разочаровываешь тех людей, которые совершенно уверены, что Приднестровье до сих пор делает то, что им говорят в России. Совершенно прямо и без всяких, знаете, комментариев. Вот если будет такая, значит, указивка, да, со стороны России, что вот они должны вести переговоры, да, с Молдовой, как-то в чем-то где-то уступать, в чем-то соглашаться, то тогда у нас прогресс будет. Я вот сейчас Юрия хочу на этот счет, да, ну, смотрите, если можно спросить. Ну, ведь никто не может отрицать того, что приднестровские руководители во многом зависят и прислушиваются, наверное, к высшему руководству Российской Федерации, но в то же время нужно понимать, что у российского руководства без того достаточно проблем. И они, конечно, не оставят в беде, скажем так, приднестровцев. Но в то же время я уверен, что им подсказывают, что, ребят, надо что-то делать. Вы там на месте лучше знаете, как это решать. И даже лучше. Я уверен, что всякое, ну, благое пожелание, добрая воля любого руководителя любой страны, в данном случае России, не может заменить отсутствие личного опыта политиков, людей, которые живут в Тирасполе, в Приднестровье. Им виднее, как это решать. Будет на то искреннее желание, я думаю, что можно двинуть с мертвой точки все это дело довольно быстро. Нужно все просто учитывать, что мы по инерции забываем о том, что был 2014 год, был Майдан, что уже Украина другая. А до 2014 года был совсем другой режим, начиная с 90-го года. Вообще отношения между Приднестровским регионом и Украиной были совсем другими. Теперь все, еще год-два они как-то с трудом держались на плаву. Но я не сомневаюсь, что Украина будет дальше зажимать Приднестровье, поэтому рассчитывать на прежние формулы, схемы уже не приходится. Поэтому я уверен, что им нужно объективно ориентироваться на позитивный диалог с Кишиневым. Ну вот смотри, я сейчас Валерия предоставлю слово. Вот смотри, насколько уверена Россия чувствует себя в Приднестровье, если они, наверное, сделав выводы,
по сравнению с прошлыми выборами, на которых победил господин Шевчук, в принципе, в эти президентские Россия не вмешивалась. Вот я не видела такого, чтобы приезжали там, да, и агитировали строго за одного кандидата. Я не говорю, что были депутаты от «Единой России», да, но это был не тот уровень, который поддерживали господина Красносельского. То есть Россия настолько уверенно себя чувствует, что при любом раскладе она абсолютно понимает, придет человек, который непременно будет с нами сотрудничать. Так? Людмила, если вы помните, да, если вы помните, мы когда-то с вами сидели в студии лет 15 назад, начинал свой президентский срок Воронин. Начало меня, да. Мне уже нравится. Да, 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 да. И мы говорили то же самое примерно. И, к сожалению, тогда мы были с Голей пессимистами, вы были оптимистом. Вот, вы говорили, ну как же, вот сейчас Воронин все решит и так далее. Тогда был не момент, скажем так. Был шанс. Был шанс. Можно я сейчас объясню свой оптимизм? Да? Да, был шанс. Я с вами был согласен, что шанс был. Мы им не воспользовались. Сейчас ситуация несколько другая. Почему? Когда тогда начинали давить на Приднестровье, а я был противником давления, но мы не будем здесь в студии говорить, почему давили. Давили по другой причине. Вот. Когда начинали давить на Приднестровье, они куда бежали? В Киев. Угу. Это была постоянная тактика. Да, 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 моментально. И моментально русские отходили и говорили, ну ладно, бог с ним, не обижайтесь. Только, а они, кстати, нас всегда подталкивали, и во время меморандума Козака и другим, подталкивали к этому решению. Идите договаривайтесь с Кишиневым. Да? В принципе, России выгодно Приднестровское, решение Приднестровской проблемы. Почему? Потому что все мы великолепно понимаем одну простую вещь. Без решения Приднестровской проблемы не существует молдавского государства. И чем дальше эта история затягивается, чем меньше шансов у нас выжить как государству. Я со многим согласна, я только очень часто не согласна с твоим «мы». Потому что это не мы упустили, а Воронин упустил. Это разные. Мы говорим, мы республика это разные, Молдова. Это разные. Нет. Это разный момент. Так же, как не все до сих пор в Республике Молдова жаждут приднестровского регулирования и объединения. Лево, да, право, это, бережно. Это абсолютно. Поэтому будь, пожалуйста, осторожнее, согласен. Да, в высказываниях. Хорошо. Мы затронули тему приднестровского урегулирования все-таки. И это нас волнует, вот что называется, в первую голову. Что сказал господин Красносельский? Позвольте, я зачитаю его высказывание на сегодняшний день. Он сказал так. «Я очень хочу признания Приднестровья. Но не хочу, чтобы нас признавали через войну, через геополитическую катастрофу. Это путь эволюционный, и рано или поздно это произойдет». Это пока вот все, что нам известно, как собирается действовать этот человек. Ну, я для себя сделала, во-первых, два вывода. Человек еще раз подтвердил, что он за независимость и потом вступление, да, в Россию, как у них это, значит, и считается большим трендом. Да. Но человек... Всегда. Ничего не изменилось. Любой президент, который избирался, он делал первый ход Е2, Е4. А потом иногда думал, как Остап Бендер. Помнишь, у него такая музыка была? Пора, брат, пора. Партия заканчивалась. Здесь я, Людмила, знаешь, что сказал бы? Есть такой хороший анекдот. Фронт, война, поднимает роту в атаку, и командир предупреждает, что кто побежит, я застрелю, потому что приказ Сталина и так далее, и так далее. И вот во время атаки Рабинович бежит обратно. Тот хватает пистолет, Рабинович говорит, я же набираю разбег. Все дипломаты, все политики оставляют место для разбега, понимаете? А что вы хотели, чтобы Красносельский пришел и сказал, все, завтра я еду в Кишинев договариваться, еще когда его выборы не признали, его избрание, еще когда он не знает, как себя поведет, обратная сторона еще молчит. Ну, смотрите, что касается этого сценария, можно? Да, извините. Да. Да. Любой политик, когда начинает, он начинает с большего. Любой политик. И есть второй один вопрос, очень важный. В 2005 году мы приняли закон, если ты помнишь, да? Помню, эту историю, да. Да? Да. Мы приняли там, его несколько, я считаю, несколько сгоряча, да? В Приднестровье Смирнов был вне себя от радости, когда принял этот закон. Он тут же провел референдум. И теперь, понимаешь, вот над Додоном висит этот закон, а над Красносельским висит этот референдум. Понимаешь? Угу. Где вот здесь оппозиция, и там оппозиция. Тут же обвинит его в государственной измене, в нарушении Конституции, закона и так далее. Я слушаю тебя сейчас, Валера, думаю, что мы с тобой сейчас поменялись ролями. Теперь ты оптимист. Нет, нет, нет. Я говорю, что надо с этим что-то делать. Ну это хорошо, что оптимист. И что Красносельский, ты хотела, чтобы Красносельский вышел и сказал, знаете что, я не успел быть избранным, я отменяю решение этого референдума. Я сказала только то, что меня радует, что теперь из нас двоих ты больше оптимист. Спасибо. Господин Рожко, вы хотели что сказать? Ну, я просто хотел уточнить, что вот есть три каких-нибудь, сколько-нибудь похожих ситуаций, это грузинская, украинская и молдавская. Вот в отличие от Грузии и Украины, у Молдовы нет прямой границы с Россией. Так оно останется, географию не изменишь.
Это раз. Во-вторых, я не думаю, что если бы России было выгодно признавать независимость Приднестровья, они бы не сделали это на протяжении стольких и стольких лет, 2,5 десятилетия. Значит, России это невыгодно. С точки зрения формально-юридической мы знаем, что признание нового субъекта международного права является делом другого, отдельно взятого государства. То есть тебе не нужно ОБСЕ, тебе не нужно ООН. Вот ты признал и все. Это уже субъект международного права. Даже после Абхазии, Осетии, да, Крыма, да. Что-то одним больше, другим меньше. Да, да. Значит, это не входит в планы и в стратегию Российской Федерации. Что касается этой риторики, да, я слышал ее и в Москве, как я и говорил, что он там очень здорово, в общем-то, как оратор говорил, да, независимость как первый шаг, второй – это вступление в Россию. Конечно же, мечта любого российского или пророссийского политика – это чтобы Украина стала частью Российской Федерации. Но пока это не предвидится, скажем так. Есть на то очень много причин. Поэтому самое для меня важное, мне кажется, что для наших политиков важно, для кишиневских политиков, чтобы они не пытались все время обвинять за такие заявления, да? Ну, человек заявил, ну хорошо, это не может быть поводом для того, чтобы приостанавливать или разговор, или не беседовать с этим человеком. Не обязательно, чтобы мы воображали себе, что это решается сиюминутно. А от практических дел можно... Я бы, кстати, хотел и насчет вот позиции господина Датона сказать. Я внимательно смотрел сайт партии социалистов, вот эту вот длинную декларацию насчет Приднестровья. Я там не увидел как. Может, у господина Датона есть секретный план. Но просто я, как уже человек бывалый, хотел бы просто предостеречь от впечатления, что этот вопрос можно решить только доброй волей. Слишком много факторов на это завязано. Не потому, что там Игорь не хочет этого решать. Он что хочет. Да. Потому что есть Украина, есть ЕС, есть Соединенные Штаты, есть Румыния, есть там много факторов, да, очень много факторов. Внутренний фактор здесь, в Кишиневе, в Республике Молдова. Поэтому одного желания и даже хорошего, мудрого видения президента будет недостаточно. Нужно учитывать все эти факторы и лавировать как-то между ними, с тем, чтобы сдвинуть с мертвой точки эту проблему. Даже если Путин захочет, я не знаю, там кто захочет, не знаю, Папа Римский захочет, все равно воли одного человека или одного государства для решения этой проблемы абсолютно недостаточно. Ну, ты повторил то, что я, в принципе, в самом начале программы говорила. Сегодня мы имеем ситуацию, когда вот мы знаем, да, что где-то вот у Путина, и у Германии, и у России есть видение, как решить. Но пока нет желания у американцев. Все ждут, что скажет Трамп. Но я тебе скажу, все равно все лучше, потому что конечно, у нас теперь лучше. Уже появилось желание у правобережного. Людмила, но я убежден, да. что Дадон встретится в ближайшее время с Красносельским. Я убежден. Так он об этом заявил. Да, да. Нет, встретиться. Заявить можно что угодно. Воронин тоже ехал и остановился в Бендерах. Но вот туда еще надо приехать, понимаете? Ты знаешь, ты какие-то такие сейчас туман наводишь. Но пока вот все наблюдения, которые я делаю, в принципе, Дадон, то, что очень четко заявляет, в принципе, он это делает. Нет, Красносельский сегодня, ты просто, может, не в курсе. Дай я закончу фразу. Да. Сегодня сказал, что он даже готов к этой встрече. Да. Да, но он готов говорить, обо всем, чем угодно, кроме статуса. Да. Да. И это абсолютно кстати, правильно. Кстати, можно я скобочку сделаю? Небольшую. Я бы еще одно предостережение новому президенту бы подсказал, что нужно понимать, что чрезмерный энтузиазм может сказаться вредно на его имидже. Да. Потому что желание-то большое, а столько подводных камней, столько разных неожиданных поворотов может случиться, что одна часть общества разочаруется, другая начнет жестко критиковать. Ты же обещал. Да, желание есть, да. А вот возможность – это совсем другое дело. Понимаешь, Людмила, я тут можно маленький момент добавлю. Дело в том, что я думаю, что Дадон поедет в Бендеры не так, как ехал Владимир Николаевич тогда. Угу. Только сейчас я тогда не понимал. Сейчас я понимаю, почему он шел на этот прямой конфликт. У него были веские на то причины, о которых я пока говорить не могу. Когда-нибудь, может, расскажу в воспоминаниях, почему это случилось. Но тогда он шел на прямой конфликт. И когда ему говорили, что есть кавказская пословица, не можешь удавить, обними, в объятиях удавить легче, он специально шел от этих объятий. Ему это было тогда нужно. Почему нужно? Это уже второй вопрос. У нас времени остается не так мало. Я хочу, чтобы мы уже поговорили о Румынии, потому что тоже обойти вниманием это важнейшее событие, парламентские выборы, две палаты выбирали, да?
Что означает выигрыш социал-демократов для самой этой страны? Вот вначале для Румынии. Господин Рожко. Ну, во-первых, это самая старая партия, посткоммунистическая. И в прямом, и в одном, и в другом смысле, поскольку это, скажем, выходец из бывшей коммунистической партии Румынии. Нужно вспомнить об этом, что это было фронту Салвери Национале, а потом фронту Демократика Салвери Национале, а потом уже партию социал-демократии Румынии. Так или иначе, эта партия, по моему там скромному наблюдению, является самой мощной партией государственников. Эти люди знают, что такое управлять государством, управлять экономикой и так далее. Да, они совершали ошибки, да, у них есть там разные скандалы коррупционные за все эти 26 лет. То есть они не такие еврооптимисты, как остальные, так? Да, но нужно понимать, что их просто пустили на отстрел американские товарищи. Вон один из самых значимых представителей этой партии, Адриан Северин, сел на 4 года за подозрение в коррупции. Человек ни одной копейки не взял. На 4 года. Зачем? Почему? Потому что человек пишет очень много интересных книжек, у него сильнейший блог, критические статьи о том, какую политику проводят Соединенные Штаты и Брюссель по отношению к Румынии, что это, как это сказывается на экономике и так далее. То есть очень серьезные, мудрые статьи, и я думаю, что если бы он не писал эти статьи, то был еще на свободе. Другой там клиент американцев был Адриан Анастасий, это не потому, что он там наичестнейший человек. А посадили его не за то, что был коррумпирован, а за то, что был неудобный. Uh-huh. То есть и на уровне премьеров, и на уровне президента Ильеску, хоть какой он там ни на был там со своими там старыми грешками, и на уровне послов, это были серьезные люди, которые могли вести диалог с крупными международными игроками. А что касается нас, то это очень важно, поскольку они смотрят на этот регион по-другому, и на отношения с Российской Федерацией, и на отношения с Республикой Молдова. Это более сбалансированные, умеренные и ответственные политики. Это вот очень важно. Я прерву тебя здесь, потому что это отдельный вопрос. Я попрошу потом, конечно, конкретно раскрыть скобки. Сейчас хочу спросить Валерия, почему люди проголосовали за оппозицию? Я уже говорил о том, что идет тенденция. Эту тенденцию не видят только те, кто эту тенденцию проводил и не хочет признавать, что она провалилась, понимаете? Не там не кто-то выигрывает, просто проваливается. Если в Болгарии, в Венгрии, в Румынии, и вот это вот как бы степное у нас, да, это все, то ясно, что те люди, которые как когда-то мы рассказывали о коммунизме, да, они сейчас рассказывали тоже о каком-то всемирном счастье, да, а потом выяснилось, что за этим счастьем что-то стоит не очень хорошее, да, то есть это обречено на провал. И то, что нам впаривали, вот как бы, извини за такое грубое слово, последнее десятилетие, это глупости. Скажем так, новая формула глобализации провалилась. Я хочу маленький пример. Вот сегодня, да, вчера на выборах в Румынии почти половину мест в Сенате, без малого там, и почти и в парламенте взяла социал-демократическая партия. Говорят, что может быть даже и больше половины, если нет, все перечитают. Нет, у них есть союзник, с которым они уже заявили, что они формируют правительство, правящее большинство и так далее. Я хочу, вот самое интересное, я здесь вот выбрал себе. Как говорит известный румынский политолог Стелле Антанасе, при формировании нового правительства будет иметь значение три фактора. Собственно, результат голосования, позиция крупнейших западных столиц, которые не выскажут посредством своих посольств в Бухаресте, где уже обсуждаются различные сценарии, а также карта, которую разыграют румынские спецслужбы. Спрашивается, а где румынский избиратель? Понимаете? Вот, понимаете, вот когда я слышу дикую для моих ушей сентенцию вот на румынском телевидении, господин Йоханнес заявил, что эта проблема должна лежать. Так же думает американский посол. Я хочу спросить, а чем господин посол отличается от сталинского наркома Вышинского, который садился на стол и говорил, допустим, румынскому премьеру, что делать, да? Или выгонял короля и так далее. То есть, понимаете, вот люди от этого устают. Так. От этого давления, понимаете, они не хотят так жить. И те, кто люди это осознали, да, люди просто не хотят так жить, угу, понимаете, вот они понимают, что за вот этой красивой символикой, за этими мальчиками Сороса, за этими троцкистами современными, да, большевизмом этим, стоит его жесткая рука, которая как бы опять осуществляет какую-то имперскую такую ситуацию, понимаете, и людям это не нравится. Это не нравится не только в Восточной Европе, это не нравится в Западной Европе. Это не нравится в многих странах ЕС. Это обречено. Ну, вот, господин Рожко, тенденция за этим не, ну это правильно, это очень видит, важно. Да. Валерий. Очень важно, что сказал Валерий, потому что изменения, они уже необратимы. Я нисколько не сомневаюсь в том, что в Германии придут другие силы к власти, что во Франции в следующем году придут другие силы к власти. В основных европейских державах последует то же самое. В Италии уже ясно, что придет нынешняя оппозиция, Лига Севера, 5 звезд. В
какой комбинации мы еще посмотрим. Что касается Румынии, посмотрите, кто провалился еще. Тот, кто провалился в Америке, Джордж Сорос. Кто следил за румынской прессой, альтернативными СМИ и интернетом, пространством и так далее. Доминирующие СМИ проталкивали людей Сороса. Чолош, человек Сороса, что-то вроде мадам Клинтон, только румынский вариант. Да, или мадам, как ее звали у нас, Майя Санду, румынский вариант. Либералы заявили уже, ребят, а мы, представляете, как им нужно скрутить руки, не только руки, извините за выражение. Выборы идут, они говорят, а наш будущий кандидат в премьеры является нынешний премьер. Приехали. Так, ребята, он не член вашей партии, это раз. Во-вторых, он провалил все, что можно было провалить в экономике и социальной сфере. То есть нормальному избирателю было настолько ясно, что доминирующие СМИ и сеть Сороса являются элементами, скажем так, вражеского характера по отношению с интересами, национальными интересами румынского народа, что это просто вот так вот вылилось в это протестное голосование. Вот не mm-hmm. хотите вот самых левых поставим, вот бывших коммунистов поставим, пусть нами рулят. Они, в их времена было лучше, с одной стороны. С другой стороны, вот правильно сказал Валерий, но я хотел бы подчеркнуть, что я вот на своем, я не буду давать фамилии, на своем опыте, недавнем опыте, ужаснулся в который раз, насколько Румыния является подконтрольным государством. Два фактора, которые Валерий сказал. Во-первых, как в советские времена, как в коммунистические времена, можешь критиковать отдельные недостатки, но, боже мой, боже упаси, критиковать систему. Угу. Румынский политик сегодня не может сказать, а мы хотим выйти из ЕС, как говорят французы, итальянцы или там в Венгрии, там, в других странах, даже в Польше. Да? Тут он говорит, понимаете, ЕС это, конечно, по определению хорошо, НАТО по определению хорошо, но есть определенные недостатки. Оказывается, мы стали членами ЕС и на протяжении 10 лет Румыния потеряла 50 миллиардов евро. А ведущие экономисты, не антисистемные, кстати, вот один человек, самый известный экономист, уже пожилой, Илья Щербанецкий, пока говорил на телевизоре, на одной из антенн, его все слушали. А он взял и опубликовал все свои выступления и статьи в небольшой книжке, брошюрке. Называется «Румыния о колонии ла периферия Европе». Все, он уже не работает на антенна 3. Все. Почему? Потому что фактор влияния, и они даже, это им даже не противно говорить о том, что а мы получили ЦУ из американцев, все одобрило американское посольство. Это один фактор, внешний фактор, фактор доминации Соединенных Штатов над внутриполитической жизнью в Республике Молдова. И другой, не менее паршивый фактор, это влияние секретных служб Румынии. Всем известно, что секретные службы Румынии, в отличие от всех других посткоммунистических стран, имеет еще огромное влияние на политическую, экономическую и медийную жизнь в соседней стране. Вот так. Благодарю. Нет, ну, вот я маленький пример вам хочу привести. Да, вот сейчас у нас по всему интернету ходило распространяемые СМИ о том, что Румыния является передовиком. Как бы чуть ли не у нее самое бурное экономическое развитие во всем ЕС. Я спрашиваю, если такое бурное развитие, почему румыны так проголосовали? Это примерно как вот у нас во времена КПСС. Нам что-то говорили, мы свое говорили на кухне. Не, ну говорили, говорили другое, ради справедливости могу сказать, что говорили Румыния, Болгария, самая отстающая страна. Ради того, что тогда какие-то заводы, фабрики, что-то строилось, что-то двигалось, понимаешь? Тогда это было. Но с другой стороны, мы тогда уставали, и мы с Юрием тоже учились на идеологическом факультете, нас от этого воротило, понимаете, что нам говорили одно, ну, на да. деле было другое, на деле третье. Сейчас вот те, кто проводит это, попали в ту же ситуацию, как когда-то коммунисты в бывшем СССР. Вот когда уже был застой. Смотрите, что такое ПИБ, когда мы говорим о ВВП, да? И когда они показывают макроэкономические цифры. Они говорят там, рост 5%, ребята, это значит, что один заработал в месяц 1 или 2 миллиарда евро, а другой 1 копейку. А в среднее статистическое, да. Это скорость, с которой деньги движутся в экономике. Но мы не учитываем тот фактор, что Румыния полностью подконтрольная под западными корпорациями. Все об этом знают, все об этом пишут. И что государственный сектор ничего не в состоянии производить. У него нет больше ни предприятий, ни рычагов влияния. Потому что, вы заметите, клиентами ДНА, так называемая, сейчас многие говорят, давайте в Молдове тоже будет ДНА. Не надо нам такой ДНА, потому что клиентами ДНА бывают только румынские бизнесмены и чиновники. Ни один западный. Для Молдовы, да, понимаю. Давайте поговорим, что это означает для Молдовы. Ну, прежде всего, конечно, с точки зрения унионизма. Вот выбор румынского народа, к власти приходят социал-демократы. Многие говорят, что будет более взвешенная политика, чем была до сих пор. Вы согласны с этим? И на каком основании, если да?
Людмила, вы знаете, вот если вы спросите любого румынского политика о том, что он думает о Бенине, он скажет, что Бессарабия – это румынская земля. И будет абсолютно прав с точки зрения своего воспитания, идеологии, как он понимает ситуацию. Я совершенно уверена, что вы правы, мой вопрос касался другого. Но нет, я вам говорю, да. Но с другой стороны, когда вы садитесь с ним уже за чашку кофе, он вам говорит, что да, старик, я-то сказал красиво, потому что мне должны понять избиратели, но на самом деле я же понимаю, что я должен сходить, спросить разрешение у многих. И это большая проблема, Если сегодня ее, как я говорил в этой студии, делать через колено и делать каким-то шулерским путем, мы перейдем к гражданской войне. Господин Земдецкий, мы просто помним разные времена. Мы помним заявление президента Басеску, когда он был президентом. Мы помним заявление господина Йоханнеса. Вот я хочу сказать вам, что вот сейчас социал-демократы, они как? Среди всех, да, социал-демократы, они занимают наиболее умеренную позицию в этом вопросе. Они говорят, да, это должно произойти, но не сейчас, и это нельзя делать как бы срочно и так далее, и так далее. Но с другой стороны, понимаете, я не исключаю, что если возникнет какая-то ситуация, а я считаю, что объединение с Румынией на данном этапе можно только через геополитическую какую-то катаклизму, да, не дай бог. Так. Не потому, что я не люблю румын, у меня там куча родственников, друзей, я люблю ту страну, это прекрасная страна. Мы верим, что вы не унионист. Но я не хочу, понимаете, проблем ни той стране, ни мне, понимаете, ни тем, кто здесь живет. Можно спокойно ездить, и я всегда говорю, что если вы любите Румынию, поезжайте туда на ПМЖ, или Россию, или Украину. Зачем за собой всю страну? Зачем страну всю тащить? Нас пускают сейчас везде, где хотим. Да, я понимаю, что позиция будет более умеренная. Я могу даже аргумент отчитать. Нет, я хочу уже очень именно вопрос. То, что... Нет, да, пожалуйста. Вот сейчас, может быть, даже попаду в то, что и вы, собственно, собирались сказать. Говорят, что и когда Йоханнес победил на выборах, говорили, что он тоже более умеренный. Вот, да? Да не побеждал, его посадили американцы. Я сейчас не вдаюсь в подробности, каким образом. Кстати, на зарубежных участках точно так же, как сажали у нас. Спасибо большое, я закончу свой вопрос. Да. Вот почему социал-демократы, чем их позиция более умерена, чем, например, позиция того же Йоханнеса? А я вам скажу, Йоханнес вообще не политик, он просто споксмен, он просто передает своему, как говорят, на ухо. А это игроки. Так. Раз. Во-вторых, я хочу напомнить, в 99-2000 году была у власти социал-демократическая партия, и они подписали и парафировали договор о дружбе и сотрудничестве и базовый договор с Республикой Молдова. Просто там уже пошли выборы, и это все как-то отложилось. Документы были подписаны в 2000 году, то есть министром иностранных дел и президентами, но они не были ратифицированы парламентами. А договор о границе, который вот сейчас вот мы... Социалисты, например, они ставят этот вопрос не тогда же? Вот они не отказывались подписывать? Нет. Тогда шла очень... Георгий Карлан был представителем, был советником, юрист, советником президента Лученского. И вот он постоянно наезжал, ездил в Бухарест, и они все это разрабатывали. Я к чему это все говорю? Я абсолютно согласен с Валерой насчет того, что эта идея, если она вдруг возгорится, это значит... полной нестабильности в Республике Молдова и в Румынии, это значит, кто-то хочет подорвать регион, это значит либо югославизация, либо украинский вариант, что типа этого. Что касается избирательных фишек, я вам скажу по моему опыту, что я не думаю, что призывы к объединению Румынии с Республикой Молдова являются частью дежурного дискурса румынского политика. Большинству румынских граждан не до этого, скажем так. Это так. Никто не скажет, спросит, ты за, он скажет да. Но никто не ратует, скажем так. Что касается Басеску, это отдельный вопрос. Но он нашел человека, может, у него такой темперамент. Нашел. 10 лет он все об этом нам рассказывал. И это вообще исключительный случай, когда человек, в общем, с таким большим опытом ничего не понял, что происходит в Республике Молдова. И не хочет понять, что это может быть, он есть, один язык, одна культура. Но это разные общества, зрелые, разные. Не одно лучше, другое хуже, просто разные. И все, и поэтому это раз. Во-вторых, нужно понимать, что право на самоуправление никто не отменял. Почему Республика Молдова вдруг должна на это согласиться? И не согласиться на это, безусловно, не согласиться. Я уверен, что сейчас, кстати, мы говорили об избрании социал-демократов, я думаю, что и Трамп на это повлиял, избрание Трампа, потому что все сети влияния глобалистов лопнули. Они сами были в панике, и Сорос пытался свалить там Трампа, и не до румын было тогда. Это тоже очень важно понять. Возвращаясь к тому, это очень важно.
Я уверен, что и новый президент Игорь Дадон, и правящее большинство, вон уже Плохотнюк поздравляет вот, своих, кстати, друзей. Да, вот многие удивились, вот чему так радуется Владимир Георгиевич? Ну, он человек довольно такой шустрый, скажем, да, он понял, что эти власти, этих нужно поздравлять. Были бы другие, он и тех сказал, мои друзья выиграли. Там у меня все друзья в Румынии, деньги есть, там все друзья. То есть подсуетился, ну а как же, оказывается, что только Дадон в хороших отношениях там с ребятами, которые руководят социал-демократической партией. Это здорово. Я знаю, что у нового президента есть нормальные отношения, старые связи, когда он еще работал в правительстве, с этими людьми, которые работали тогда в правительстве. И это уже здорово. Есть личные контакты, есть доверие, и это нормально. И я считаю, что и базовый, и пограничный договор, они должны были сейчас подписаны. Почему? Потому что вот мы говорили о Приднестровье, а это очень важно. Это взаимосвязано. Я объяснял Басинскому, правда, он так и не понял, что... Он говорит, а зачем ему это надо? Да. Все, я пытался его убедить. Говорю, понимаете, эти договора могли бы не нести никакой там политической, юридической или дипломатической составляющей. Но это вы считаете, что это сеанс коллективной психотерапии. Вы успокоите весь народ Республики Молдова, все регионы, что Румыния является лояльным партнером нашей страны. Если вы не понимаете составляющую юридическую и политическую, поймите, что это очень важно. Потому что эта идея вредна для очень или опасно, считается опасным для многих граждан Республики Молдова. То есть, если ты лояльный партнер, должен это делать, и все. Да, и здесь все очень объясняется. Вы помните историю Остапа Бендера с Паниковским, когда он собирал свидетелей? Знаете, вот вы всем можете сказать, да, я за объединение, но когда начнется сбор денег, и свидетели, они все разбегутся, понимаете? А когда начнется еще сбор ответственности, вот что надо сделать, понимаете, поднатужиться. Тут, вот, конечно, есть проблема. У нас еще 4 минуты, и я... Я хочу просто еще скобочку, я не буду... Только хочу сказать, успокоить телезрителей, что объединение может произойти только вследствие референдума. Раз, вследствие согласий соседей, у нас два соседа, я не думаю, что Украина согласится, и вследствие принятия этого решения, по крайней мере, ОБСЕ и ООН. Так что не нужно пугаться там декларации Басинскому. Да, ну и я... Это по международному праву. Да. Ну, мне кажется, мы должны радоваться тому, что Басинскому вошел в парламент, потому что, по крайней мере, человек сейчас будет заниматься румынскими делами. Да, это счастье. Да, это счастье. Он бы прошел через год к нам. А то он бы весь энтузиазм он бы тратил на Республику Молдова. Мне кажется, под это дело даже закапывает ГИМП и всех унионистов. Последний вопрос. Вот у нас 5 минут всего даже, по-моему, меньше уже осталось. Вот для Дадона, то, что меняются лидеры, да, вот в Приднестровье, в Румынии, это возможность действительно начать все с чистого листа. Но мы с вами много вот в этой программе говорили, что многое будет зависеть вот и от конъюнктуры. Вот как вы полагаете, сама конъюнктура располагает сегодня к тому, чтобы новый президент смог эти отношения, я не знаю, восстановить, улучшить? Если можно, по 2 минуты. Да, да. Я как-то в октябре был в Москве и встречался с моими коллегами, которые работали очень длительное время в Соединенных Штатах Америки. Они меня убедили, они сказали, победит Трамп. Я им не верил, но вот они оказались правы. А потом, когда я с ними говорил, говорят, ну это не означает, что завтра Америка будет проводить антиамериканскую политику или пророссийскую политику. Вопрос в другом. Там тоже свои тенденции растут и так далее. Вопрос в другом. Вопрос в том, что, понимаешь, вот если, допустим, побеждает Трамп, да, то он появляется окно возможностей, то, что мы называем, понимаешь? Вот, то есть можно, как ты правильно говоришь, начать с чистого листа, встретиться и попытаться что-то изменить. То же самое вот у Дадона. У него сегодня появились появляются окна возможностей. Угу. Встретиться, он новый, они новые. То есть вот действительно ты права, что можно начать с чистого листа, но у них, я же говорю, еще повторяю один раз, есть тенденция. Это и Штаты, и Евросоюз, и изменения везде, которые происходят, это тенденция. И это тоже окно возможностей для этих новых лидеров. То есть лидеров. Это сама, я назвала бы как конъюнктура, которая располагает к тому, как чтобы... Как они этим воспользуются, это уже второй вопрос, и это уже как нам повезет. Вот соглашусь, да, спасибо. Ну, я думаю, что Игорь будет нелегко, даже в диалоге с соседями. Но это crisis manager. Нужно вспомнить, что он был неплохим вице-премьером. И я помню и наводнение, и переговоры с Украиной, и другие кризисные ситуации, которые он разруливал довольно хорошо. То есть у него есть опыт. И я думаю, что вот этот опыт ему поможет правильно разрулить все эти проблемы. То есть не рассчитывать на то, что вот на быструю победу, там, насколько он все решишь. Но он знает, каким путем нужно двигаться, я очень надеюсь, что ему это удастся. Тем более, что у него выигрышная позиция, у него нет власти, да?
Понятно, что в большинстве парламентских правительств его политические оппоненты, но у него очень огромная фишка. Он может предлагать такие вещи, такие делать предложения, которых те не смогут отказаться. Если откажутся, народ увидит. Да, и главное, что, в чем я убежден, у него не будет вот этого внешнего пульта, понимаешь, извне страны. Это очень хорошо. Я благодарю вас за эту беседу. Мне она показалась интересной и содержательной. Потому что мы не говорили просто, да, на эмоциях, там, вот, что хорошо, что плохо. Мы, по-моему, предлагали нашим зрителям аргументы. Я надеюсь, что зритель наш будет в состоянии разобраться, чьи аргументы ему показались наиболее убедительными. Спасибо вам большое за то, что пришли. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.